Доки соціологи намагаються спрогнозувати склад майбутньої Верховної Ради, усе можуть сильно зіпсувати брудні технології. Фактів порушення виборчого законодавства достатньо. Про такі явища міжнародним спостерігачам від ОБСЄ сьогодні розповіли представники опозиційної платформи «За життя». Серед брудних технологій – підкуп виборців, кандидати-клони, напади тітушок, фальсифіковані білборди і перешкоджання доступу до медіа. Говорили о нарушениях на выборах. Мы испытываем, наши кандидаты испытывают на себе и физические атаки, атаки на офисы. Обсудили неравномерный и несправедливый доступ к ресурсам, медиаресурсам. Черные атаки на наших кандидатов в соцсетях, фальшивые билборды, клоны и все, вот эта вся грязь, которая ведется, эта кампания против представителей платформы «За жизнь». Естественно, наши конкуренты иногда применяют черные технологии. Вот мы об этом поговорили с представителями миссии ОБСЕ, для того, чтобы они хорошо понимали те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в электоральном процессе. Очень грязная кампания, и в отношении нас идется целенаправленная провокация, нападение радикалов. И противодействие со стороны мэра крупных городов, которые практически не дают возможности размещать наши бигборды. Поэтому этому все рассказали. Рассказали о том, что на самом деле завершение эпохи мажоритарки – это то, что нужно для страны. Потому что это превратилось в политическую коррупцию, когда люди сначала обнищали за счет действий предыдущей власти, а теперь просто у них скупают голоса, и это не их вина, что они продают. Им просто надо как-то выжить. И вот эта политическая коррупция – это большая беда для страны. Это все мы обсудили. И я считаю, что мы должны доносить до ОБСЕ, как органа, который занимается рассмотрением подобных конфликтов, правдивую информацию.